Давайте в упокоище зайдем, может здесь есть стенки. Нет, здесь какие-то духи злые. Ну, я понимаю, что я kind of херней страдаю, но мало ли. Вдруг... Вдруг все это убивается. Рубиновый драконий коготь. А-а-а! Во, по башке прямо. Нормально, нормально, это слабые. Так. Чё, на них есть мелочевка какая-нибудь? Шекели там. Ну, ух, даже аметист. Хм. Может, ей древний нордский лук дать? У нее вроде был уже один. Или у нее охотничий был, я не помню. Лень разбираться. Так, та, ну типа этот данж придется проходить опять. Чё я могу сказать? А, вот чё мне не хватает в этих играх. А, ну, то что пати такая маленькая. В каком-нибудь Baldur's Gate у вас 12 человек, вы там защищаете данжи, и это весело. Ну не 12, я не помню сколько там, 7. А здесь ходишь с одной этой Лидией, она только кашляет и рыгает, блин, больше ничего не делает. Это скучно. А? Что за бред? Что значит Skyrim? А, я назад, наверное, пошел. Да, я, наверное, развернулся просто из упокоища вышел. Надо уровень прокачать. Та-да-дан, 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 тан-тан-тан. Критический выстрел. Теперь критовать будем по-жесткому. Да, новый инвентарь. Ну, осталось только пофиксить FPS и накатить моды на мужскую и женскую... Ой, тьфу, на мужскую и женскую одежду. На... Ну, блин, я не знаю, на тёлках типа разные, но примерно одинаковые все, просто с разными узорами или факе. Я уже проверял, а мужики как были уродами, так и остались. То есть мне бы лица и нижнюю одежду, чтобы просто раздевать людей и фапать на них прям в игре. Это ж как бы топовая тема была бы. Я всегда мечтал таких модов накатить. А так тут накатано просто сверх меры, вон, текстурки, там, ваномасса и все такое. Пип-боя жалко, нет, подсветить. Видно плохо. Надо тоже настроить в ини-файле яркость чуть повыше. Парам-пам, парам-пам, парам-пам-пам-пам-пам. Я когда играю... Ага, ага, конечно, конечно, я сразу услышал. Видите, учусь на своих ошибках-то. Блин, не видно нифига просто. Давай, Лидия. Так. Ну, очевидно, это очередное подземелье с когтем, который надо будет вставить. Решить головоломку с бабочкой. Кротом и енотом. Блин, тут, наверное, все-таки железным боевым молотом искр удобнее будет биться. Че-то у меня есть такое подозрение. Yeah.
Блин. Морозные пауки. Хотя Лидия нормально с ними расправилась. Видимо, это не такие, они не настолько морозные, как те пауки. Так, ладно, я один остался. Ой-ой-ой! Так, ну я жив, он мертв, значит, все более-менее нормально. Блин, ее выбило в небо за текстурки. Че за отстой? Как вернуть моя напарница? О, игра торговли. Можно взять даже, наверное, с собой. Хоть я и прочел, но там что-то еще и написано. Лидия, прекрати это делать. Ну, понятно уже, что... А, ну смотрите-ка, она научилась. Научилась все-таки. Возьму железо, потом переплавлю. Как говно какое-нибудь. Тут все-таки можно. Так, откуда я... Ага. Господи, надо... Ребят, когда в следующий раз я захочу... В следующий раз, когда я захочу спуститься в подземелье, напишите мне слово «настроение» в чат. Окей? Идет. Калима. Все нормально. Пси, вообще пофиг. Ой, не хочу умирать. Слава Украине! Нормально. Вот что-что, а вот этот мод удался. Ребята сделали его сами специально для меня. Еще раз спасибо. Срамятные сапоги. Черепок. Тут, наверное, рейд-босс опять таракан, что ли, гигантский. Так, там стена. Так, либо я в темноте вообще что-то не вижу в упор, либо, типа, я пришел в тупик. А, вот все нашел. Да? Туда? Ну давайте. Да. Просто ведьмак и товарищи. Да блин. А, во. Я вообще ничего не вижу. У меня из-за ЕНБ все очень темное. У вас на стриме еще более-менее, я реально... Как ежик в тумане. Мне приходится смотреть на правый монитор, чтобы что-нибудь разглядеть. Факел был в инвентаре? Да, вроде был, ты прав. Но понимаешь, здесь постоянно нападают и все такое. И я, по-моему, его выкинул. Он был здесь. Короче, он был в разном, и я его, по-моему, выкинул. Нахрен. И зря я это сделал. Если бы знал.
Никогда бы не выкинул факел. Беспогойный драту. СК-72-72-46. Спасибо за подписку. Вообще сегодня много новых подписчиков. Спасибо, ребят. Старые потихоньку уходят, новые приходят. Но на этой неделе, я думаю, что это последние новые подписчики, так как РГГ не прощает. Блин, чуваки, я не могу так играть, мне придется сейвануться, выйти из игры и настраивать, пытаться найти, где настройки яркости в мод-менеджере, потому что это просто невыносимо, я вообще ничего не вижу. Абсолютно нифига. Пауза небольшая. Right.